3 волкаута подряд. Ну сосед, все, пиздец. Серьезно? Всем йоу, чуваки, с вами я, PandaFX, и 1 ноября на моем YouTube-канале мы вместе с Фиферами отмечали мой день рождения. Это уже у меня такая традиция получается, что каждый год я зову к себе своих Фиферов, и мы максимально дебошим, да дебошим так, что иногда даже полицейские к нам приезжают. Именно на этом моменте мои соседи вызывают полицейских. Но немного спойлерну и скажу то, что в этом году все обошлось, хотя мы шумели так дико, как не шумели никогда, потому что у меня дома было рекордное количество фиферов. О, Дениска подает! И перед тем, как я вам покажу нарезочку, давайте я вам небольшой отрезочек с моего инстаграма покажу, типа, чтобы вы знали, что мне подарили фиферы на день рождения. Молодой человек, а вы мне поможете заработать денег? Как тебе помочь, мой родной? У меня есть в кармане немножечко, а я хочу, чтобы их было очень много. Берешь эти немножечко и идешь в волшебную страну. А как эта страна называется? Это страна 1xBet. Там замечательные жители, которые называются большие коэффициенты. Есть мэр, который называется быстрый вывод средств. А есть еще тетка, которая зовется множество спортивных дисциплин. А где мне найти эту волшебную страну? Просто нужно посмотреть внизу в описании. Я побежал! Удачи, сынок! Покажи мне. Единственное, как ты обсирался в жизни, было вот так вот. Спасибо, братан, это лучший подарок. Подарок от Дениса Бадаева. Форма Локомотива. Верни. Форварда подписали нового. Да, 27, PandaFX, красиво. Мози, кефир и подарочки от них, смотрите. И Герместер, и Джим Бим. И ваш подарок от него. Смотрите, какую красоту мне подарил. Вся коллекция Marvel. Рома Рой и Денчик Фломастеров. Как вы думаете, что они мне подарили? Две бочки пивасов! Вы только посмотрите, до чего они додумались. Никита Финита. Он где-то вон там. Да, вот Финита. От него подарочек. Рюмочки. И вот эта прекрасная игра. Новый челлендж. Андрюха готов сделать татуировку, если Серега Никифоров сделает 30-0. Викинг Лиги, FIFA 18. 19. В 19 фифке я сделаю татуху, если Серега сделает 30-0. Дорогой Кола. Мишка. Лемур! Нет. Панда! Поздравляем тебя с днем рождения. Мы, вот, к сожалению, на ЗОЖе и вот тут, но мы душой, вот ты знаешь где. Душой мы бухаем с тобой. Короче, как вы понимаете, фиферы меня решили просто нахер споить. Спасибо, пацаны. Ну и Саня Фифа мне подарил льва, который не против. С бутылочкой пиваса. Как по мне, это гениально. Ну и самый безумный, невероятный подарок, угадайте, кто мне сделал. Ну, просто угадайте с одного раза. Естественно, это Кантана. Пиздец, Кантана, спасибо тебе огромное, дружище, за спонсирование моего дня рождения. Итак, три раза. 300 тысяч рублей. У меня просто не хватит слов, чтобы выразить свою благодарность этому человеку за то, что он делает мне и моему каналу. И многие, наверное, справедливо возразят, ну нахера ему столько денег? Один хер он сольет их на всякую херню. И вы будете неправы, потому что я сливаю лишь на действительно полезные вещи. Стрипуха, караоке, бледушники, фифа-поинты. А если честно, ребята, на самом деле я сейчас коплю деньги на свою самую масштабную покупку. Я не буду пока раскрывать всех карт. Но скажу так, в следующем году, скорее всего, моя мечта должна осуществиться. Я не буду пока ничего предугадывать, ничего говорить наперед. Но если получится, получится. Не получится, ну, увы. Естественно, я благодарен всем людям, которые донатили мне на моем дне рождения. Их было миллиард тысяч, миллионов людей. Естественно, я всех не запомнил. Но, знаете, я вам всем безумно благодарен. Вы, мои подписчики, также можете поздравить меня с днем рождения, поставив просто бесплатный лайк под этим видосом. Все абсолютно просто. Ну и, собственно, давайте же я сейчас вам покажу нарезочку, потом вернемся и покажу еще кое-что, от чего вы, скорее всего, охереете. Приятного просмотра. Жизнь не так бывает, что любовь. То сервера eSports не работают. Только Рома Рой петух. Спасибо. Ну, конечно, да. Почти Роналдо. Море копен, ты не стоял. Вы стоял и бабки были. Еба! О, все сортуем. Типа, что дальше делать? Зачем дальше стримить? Все, ребят, спасибо за стрим, мы пошли. Все остальные донаты хуйня. Кантана-на-на-на-на! Это минус соседи, это понятно. Минус 200 соседей. Соседи все минус. Но Роме девушка меня делала на день рождения. Это сколько стоит примерно?
Это живая вебка, ребят. О, живая вебка. У меня есть собственный оператор, понимаете? Это влог, это уже влог. Настроение только сидеть в ахуе, у меня шапка порвалась. Андрей, я добрый. Возьми мою. Когда уже Бадаев отпиздит... Когда Бадаев отпиздит фломастера, жду 2015 года. Так. Это пиздец. Дефинита. Чего нет сударя, он скоро приедет. Потом много. По кантона, блядь! В какой-то момент на стриме я решил пранкануть пацанов, и когда сударь ко мне приходил, сказал, чтобы он сделал вид, как будто пришли полицейские. И парни там не на шутку пересрались. А, ну сосед, все, пиздец. Тихо. Серьезно? Блядь, когда начал? Бля, ребят, молчим, короче. Сука, Денчик, давай молчи, блядь. Информ! Да это сударь, блядь. Кантона 15. Это Глеб будит руку. Кто это, блядь? 15. Наверное, это я. По-моему, он назвал мое имя и фамилию. Нас пытались забавить. О, Никита Мазу. Блин, сударь, сударь. Мос, мос, мос. Дай пивасик. Дай пивасик. Блин, одни львы, блядь, вокруг, да? Вы чувствуете это? Зош. А это нимб у него такой огромный? Здорово. Здорово, бандо! Привет, Саня Хитлар! Заняли вас! Юрома Рой тоже привет! Привет, Лаца! Тут пиздец, что происходит! Лаца, ты меня помнишь? Да, мы всегда помним! Мы всегда помним! Мистер Лаца! Ты лучший! Я тебя никогда не забуду! Ты машина! Конечно! Угадайте по голосу, мистер Лаца, кто говорит с вами? Спасибо. Конечно, спасибо, люблю в Happy Go Lucky. Я всегда смотрю. Узнал, Андрей Сискам тоже привет. Андрей Сискам. Здорово, Лаци! Я там, вы знаете, Саша, я хочу стануть игроком Амкал. Я хочу попасть в Амкал. Берем заявочку. Берем. Без кефира. Тихо. Нет, да. В любом случае, надо брать. А где да, будешь играть? Попросили Герман Эль Классика. На какой позиции хочешь играть? На... ПЗ. Правый защитник. Гуркин, держись. Гуркин, извини. Гуркин, сорян. Слушай, Лаци, такой вопрос. А кем ты считаешь худшего игрока Амкала? Вот так вот. Сударь! Тихо. Я считаю, что... Рома Рой. Это было объективно, согласен. Тут спорить сложно. Андрей, получил вам этот вопрос. Ты знаешь Лаци Пердоли? Чего? Лаци Пердони? Это кто? Лаци Пердони, это... Который... Я вообще с ним даже дело не хочу иметь. Я говорю, ты знаешь Лаци Пердони из Фейк Лаци, который ютубом? А, я Фейк Лаци. Видел... У него есть фейки. Лаци Пердони из Фейк Лаци, блядь. У него есть фейки, наверное. Не знаю таких. Кто это? Это головоломка, бля. Это вообще полный пипец. Да? Стар. Стон. Мальчики, блин. Скоро буду на вашей гей-тусе. Бабон, бля, у меня пиво кончилось. Вылетай. У бабона ж денег не останется. Бабон, ребенку 2000 рублей. Бабон, ты че, бля? 2000 рублей, ты че, богатый, что ли? Здорово, пацаны, сейчас соскучились, блин. А я теряю корни. Кого не помню. И тут я понял, что хватит. Фристайл Денчика, конечно, великолепен, но всему есть предел. Возможно, кто-то скажет, что было не так весело, как на прошлом дне рождения, я не могу не согласиться, потому что, когда столько людей, такой балаган, куча, каша, все орут, кричат, перекрикивают друг друга, и получается какой-то гребаный хаос. Поэтому в следующий день рождения я, наверное, уменьшу уже список тех людей, с которыми я хочу стримовать этот самый день рождения. Ну и как вы поняли, в пакцах нам нихера не выпало, поэтому я через несколько дней запустил еще один стримец, где я открывал уже один пак, и мне, чуваки, упало 3
волкаута подряд. 3 волкаута подряд, вы когда вообще такое видели у меня? И самое забавное, когда я выкладывал один из последних видосов, у Шаракойса было 3 волкаута подряд, и я сказал, типа, бля, ну у меня такого точно никогда не будет. 3 волкаута подряд. Я уверен, что у меня никогда такого в жизни не произойдет. Открой пак за 35к и жди волкаут. Если его не будет, доначу тебе 2 косаря. Если не будет волкаута, донатишь 2 косаря. Батя, спасибо. Блять, и тут волкаут. Минус 2 косаря, ребята. А, ну давайте смотрим. Германия. Это Сана. Ну. Хорошо. Че, вернусь. Давайте я пока пак открою. Нихуя себе! Нихуя себе отошел! Слушайте! Под конец-то паки поперли, блядь. 86 рейтинг Мюллер. 3 минуты. 3 минуты. Подождите, пока что в АФК я отойду. Открою пак, может быть, икона упадет. Я не знаю. У меня никогда такого в жизни не произойдет. Чё, блядь? Чё? Это как вообще работает, блядь? 3 волкаута подряд? 3 волкаута подряд? 3 волкаута и 3 немца, блядь. Что за пиздец? Плюс Брайми, который... А чё он один на рынке, блядь? Ну, в общем-то, ребята, вот такой вот отчет о моем дне рождения получился. Спасибо всем огромное, кто смотрел этот стрим. Спасибо всем, кто поддерживал, донатил. Всем огромное спасибо за поздравления. Чисто физически не могу каждому ответить, но в душе я вам всем безумно благодарен. Также ссылочки на всех фиферов будут в описании. Спасибо, что посмотрели видос. С вами был я, PandaFX, и всем хорошего настроения. Покедово.